самый средний класс. С вами Инна Лунева и Евгений Надовшин. Субъекты Российской Федерации должны иметь право создавать собственные особые экономические зоны. Таким предложением выступила глава Минэкономразвития Эльвира Набиуллина. Согласятся ли местные власти освободить бизнес от налогов и административных барьеров? И приведет ли эта мера к притоку инвестиций в регионы? О роли особых экономических зон в нашей стране мы говорим с Анатолием Ковалевым, руководителем территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по городу Москве, и Михаилом Успенским, налоговым юристом. Доброе утро. Эльвира Набиуллина предложила разрешить регионам создавать собственные особые экономические зоны. Анатолий Ильич, с чем связана эта инициатива? Я думаю, что инициатива связана прежде всего с расширением проекта создания особых экономических зон в целом. Сегодня, в первую очередь, на мой взгляд, требует расширения инновационной зоны, как они у нас называются, техника внедрения. Дуплетом. Crazy inside, and you know that's better than that. I mean, I'm not going to stand inside, just.